Медитация перед сном. Закройте глаза. Начинайте расслабляться. Сделайте вдох и медленный выдох. Вдох. Выдох. Замедляйтесь, вдох, выдох. Ваше сознание успокаивается. Мысли уходят. Все тело расслабляется. Поток свежей энергии идет сверху, через макушку головы входит и распределяется по чакрам, идет вдоль позвоночника. Наполняет вас свежей, новой, целебной энергией. Очищает вас, унося отработанное и принося новое. Проходит через позвоночник. Через ноги и уходит в землю, в самую середину. Вся отработанная энергия идет на переработку, на удобрение. Энергия постоянно движется сверху вниз и очищает все на своем пути, насыщает вас целительной энергией, которая проникает в чакры. Чакры раскручиваются. Представьте все 7 чакр. Энергия кругами раскручивается, расходится по телу. Почувствуйте тепло в каждой чакре. Теплые руки, туловище, живот теплый, теплая промежность, бедра. Тепло идет вниз, спускается по голеням, стопам. Почувствуйте пальцы на ногах. Тепло проникает вместе с целительной энергией в каждый орган тела, в каждую клеточку. Очищая, наполняя и омолаживая каждую клеточку. Вам тепло, комфортно, выдышите легко, свободно, ровно. Вы отдыхаете, расслабляетесь все больше и больше. Целительная энергия проникла во все клеточки,
все органы, нуждающиеся в омоложении, восстановлении. Целительная энергия поступает именно туда, где она требуется. Целительные и омолаживающие процессы свободно идут в вашем теле. Энергия свободно циркулирует по вашему телу, омолаживая и очищая. Процедура прошла успешно и будет продолжаться все часы, которые вы спите. А утром проснетесь бодрым, здоровым, спокойным, с хорошим настроением и бодростью. Эту медитацию вы проводили лежа. Не выходя из медитации, можно засыпать. Приятных вам снов.